Минское варенье. 5 лет, год была шиха. Я занимаюсь английским языком, фигурным катанием, и большим теннисом, плаванием, и актерским мастерством. Трижды выступала на большой сцене, принимала участие в ледовом шоу. Я занимаюсь песнями, играю с Мишкой в домик и в куклы. А еще я люблю, когда кидают много игрушек и всего на свете. Бездомная кошка. Однажды я встретил бездомную кошку. Как ваши дела? Да так, понемножку. Я слышал, вы тяжело заболели. Болела. Так значит, лежали в постели. Лежала на улице много недель. Бездомной мне некуда ставить постель. Подумала я, странно, что в мире огоном нет места собакам и кошкам бездомным. Вы слышите, кошка, пойдемте со мной. Темнеет, а значит, пора нам домой. Мы шли с ней по улице, годы смело. Я молча, а кошка тихонечко пела. О чем она пела? Ведь о том, что каждому нужен свой собственный дом.